Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Здорово. Есть у меня к тебе дельца. Вали. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиент нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать. Хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мариса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца. А ты мог бы... Ладно. И сейчас мы отправляемся только не туда. Нет, мы отправляемся не за миссией. Давайте разблокируем. Так, нет, хотя давайте лучше миссия для начала. Это будет попроще. Подвести чувака, хорошо. А кстати. Многие устранения я тут сделал. QR-коды собрал. Вот. Небольшие плюшки получил. Ну вот надо будет это доделать еще. По ходу дела там. Опа! Давайте посмотрим, что там не нервничает он. Кого забрать? Итак, пока я путешествую, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Да, Watch Dog это как ретро игра уже считается. Какой год, я уж не помню, может быть 14-й год выпуска. Так, стоп. Я вижу, нам тут по дороге попалась частная жизнь. Давайте посмотрим. Чем занимаются тут в частной жизни. Все явно. А, все скрытое становится явным. Так, по-моему. Опа. А я здесь отмечался? Да. Вроде бы когда. И где эта частная жизнь? Где-то наверху. Хорошо, давайте посмотрим наверху. Так, что это? Неизвестно, ладно. Так. Не понял. Где моя частная жизнь? И... Наверху. А где ты наверху там может быть? Эй, он украл мой бумажник. Там видишь, мать-то. Ладно, давайте перенесемся этот мгновение. Итак, частная жизнь. Господи, какая путаница. Понятно, так. Надо раскрыть сие дело. Так, посмотрим, куда оно ведет. Еще вторую открываю. Понятно, так и куда нам сейчас, даже представить не могу. Так, первую получилось создать. Так, вторая, блин, не получается. Так, эту создали. Паутинку создали. Эту провели. Так, опять не туда. Куда нам? Сюда. Первая есть. Вторая у нас есть. Третья есть. Частная жизнь взломана. Послушайте, я заказывал совершенно другую фигурку, ясно? Я делал заказ на Аску в контактном, прозрачном контактном... Клуба любителей... Так, вместо этого... Кандибоберов. Вместо этого я получил Аску в матовом контактном комбинезоне. И... Так,
каких у меня? Целых три штуки в разных позах. Какие-то... А мне нужно прозрачно. Ерунда, я так не понимаю, что-то какой-то задрот там попался. Ладно. Давайте я сейчас телепортируюсь сразу к месту, куда нам надо. Итак, вот мы телепортировались практически к месту. Ай-яй-яй-яй. Осторожней, не дави людей. Они, наверное, ни в чем не виноваты. Так. Пропустить аудиофайл. Давай. Где задание-то мое? Вот оно. И что это? Так, задание недоступно. Почему? Устранитель. Видимо, засек меня в лупе. Шел по пятам. Ага. Ну, сам напросился. Джорди придется подождать. Так. Устранитель. Я что-то не понял, на меня что, охоту кто-то объявил? Где-то он должен быть, ага, вот здесь. Так, устранители могут брать контакты на сетевой взлом, чтобы украсть ваши данные. Видите устранителя, который пытается вас взломать. Смотрите по сторонам, противник может оказаться где угодно. Сканируйте тех, кто ведет себя подозрительно. Ой. Я сканирую вообще всех. Может быть, отслежу его сигнал, пока он копается с моим девайсом. Да. Давайте посмотрим. Кто это может быть? Давайте-ка вот. Очень подозрительно, знаете ли. И где он может быть? Он, блин, на стояке, что ли? Закрыть. Сузили зону поиска. Эйден, ну, ищи его. Так. Достичь. Сейчас достигнем. Опа. Блин, я думал в гараже. Думал, наверху его догнал. А сейчас как же? Два раза. Так. Зона поиска сужена. Так, где ты? Где ты? Давай, где ты? Кто ведет себя подозрительно? Я всех взламываю. Блин, на той стороне нету никого? Нету. Давай. Вот ты где. Попался. Стоять. Падла. Убить. Черт, давай-ка уберем. Чтобы не привлекать внимание. Блин, убейте. Убьем сейчас. Он далековато, правда. Ну, сейчас будем сокращать дистанцию. Так. Вот он. Давай. Ты же не можешь.
другой раз буду стараться. Козел. Так, частичный успех. Так. Закрыть. Ладно. Пройдите полное обучение. Ну, козел. Ладно. Че у меня тут? Имеется. Так, чем выше ваша известность. Где устранители? Там работа по найму. Кто-то объявил контракт. Блин, хреново дело. Кажись, все дела они ведут через план-схему. Так. Откройте так сетевые контакты. Прогресс. Приложение сетевые контакты, но сетевой взлом 1 на 1. Ну это потом. Нет соединения с сетью. А сейчас кулаки так и чешутся. Давайте поспим до утра. Ну же давай. Так, я утро хочу. Теперь работа для Джорди. Значит, контракт водителя. Отвезти чувака. Куда? Не на экскурсию едем. Хрен, я бы не так хотел утро, конечно. Очень хотел утро. Ну, ладно, не хочешь спать, ну и бог с тобой. Ходи и мучайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я выскочил прямо-таки. Чуть не задавил человечка. Так, сетевые контакты надо будет... мою известность поубавить или как или наоборот. Мэр Рашмар согласился дать нам. Ну ничего, победим всех сетевых. Здравствуйте. 1 на 1. Многое изменилось. Чем-то похоже, да, на GTA? Итак, только он из машины не стреляет здесь. Не то слово. Так. И что, машину там не дадут, или мне надо со своей машины приезжать? Как? Ну вот какого ты вылез? Вылез еще мне на дорогу, падла. Давайте. Назойливая муха. Кто тебя носит? Нам кранты. Чувак, все летит к чертям. Скоро буду. Шевелись, меня сейчас повяжут. Итак, надо сейчас чувачка, значит, получается, забрать. Вот машина хорошая. Едем. Что тут? О, недалеко. 500 метров. Мог бы и пешком дойти. Я, в смысле, про него. Пишу, катить его, везти. Давайте. Посмотрим. Стой, стой. Вот так я убегал уже. Так я уже убегал. Так, где ты, падла? Ай-яй-яй-яй. Беги. У нас разрешение на сканирование. Начинаю поиск. Давай. Блин. Не могу, жалко, что я блокаут устроить или что там. Быстрее проезжай. Так. А этот участок мы проехали. Ой-ой-ой. Главное, не плавающие круги. Все, вспомнил. Сейчас чувачки выбегут, мне их подобрать надо будет. Давай. Где ты? И почему меня главное сканируют? Я же еще ничего не сделал, меня уже ищут. Это несправедливо. Приглашение гони давай. Я водитель. Мужик, ты че так долго? Тачка есть с этой беда? Нет. Тачка с тебя.
Я везу. Вот так, блин. Хрясни, погнали. Тачка. Еще человечек-то такой, тип мутный какой-то. Давай. Опа. Так, покиньте зону поиска, это мы знаем. И тут на тебе копы. Засада. Вези куда надо, да будь начеку. Везде копы. Твой маршрут самоубийства. Сиди и молчи там. Не умничай, блин. Не знаю, что делать. Кто-то твой друг сдох. Сиди тихо. База, мы прочешем переулки. Попробуем его выкурить. Принято. Выкурить. Все мосты разведены, кроме Уэллс. Подмогу туда уже выслали. Итак. Нас кто-то где-то что-то палит. А, вон. Ну что будем делать? Не молчи. Не дергайся. Они оцепили остров. Проберемся по переулкам. Так, а мне куда надо-то? Мне надо покинуть же остров. Где я? Где я? Чем глуше, тем лучше. Если я заглушу мотор и вырублю фары, замри. Тогда нас никто не спалит. Понял? Да, окей, лады. Черт, руки трясутся. А при тебе в людей уже стреляли? И не раз. Так. Появляется шанс. Чувак, не молчи. Сваливать. А вдруг, вдруг Эдди жив? Он пулю в живот получил. Ну это ж херня. Вертолет, вот только. Раз на раз не приходит. Проблема у меня. Если ранение не сквозное, как минимум нужно вытащить пулю. В общем, копы все равно захотят. Тихо, тихо. Так что в больницу твой будет попадет. А твои, в которых стреляли, кто-нибудь выжил? Выжил? Давай лучше выбираться отсюда, лады? Итак. Вот так. Только репутацию, блин, себе подпортил. Сбил человечков, блин. Хреново. Что я хочу сказать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, ребятушки. Главное не спешить. От них можно прятаться. Но только там, где они вас не смогут просканировать. То есть найти пешеходом. Только не облажайся. О чем не облажаться? Это ж Лаки Куин. У нас встреча с боссом клуба? Че мне? Отстреливаться надо. У тебя. Давай, а я сваливаю. Кто-то стуканул, клянусь, я сам офигел. Должно было быть пусто. В смысле, это ж просто завод. И тут на тебе сигналка, а потом копы прилетели, и я... Тихо, не суетись, сынок. Но я все достал, это главное? Да, сынок, тут ты прав. На этом все стоит. Облажаться никак нельзя. О, да, мистер Куин, все так. Но это же не мой косяк. Ну, успокойся. Тихо. Все. Ты маме давно звонил? А друзьям? Блин, сейчас зарежет его. Девушки. Наверное. Нет, сэр. Не до этого. Хорошо. Отлично. Вот так вот. Поэтому в преступный мир я и не вхожу. Зарежут. Вот так, вот тебе и трость. Передай хозяину, что я позвоню. Если что-то вдруг понадобится. О, да он еще и благородный, не завалил меня.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Грёбаный Куин. Главарь Чикаго Саускла. Так. Давайте-ка взломаем. Он был проклятием Чикаго еще до моего рождения. Всем в этом городе стало бы лучше, если бы я всадил ему пулю. Но я всеми силами пытаюсь этого избежать. Цена слишком высока. Лучше не рисковать. Давай. Что ты мне... Привет. Как все прошло? Без проблем? Думал, я соглашусь работать на хренов клуб? Деньги не пахнут, в курсе. Хочешь, чтобы бизнес процветал? Забудь о морали. Расслабься. Так тебя с чуваком свести, найдет тебе работенку получше. Конечно. Ну да. Черт его знает. Хотя давай. Лишнее бабло не лишнее, да? И, кстати говоря, Марис обжился в своем новом доме. Марис. Отслеживайте так. Ну, а там и потом. С нашими успехами. А сейчас мы едем... Правильно, пока едем. Взламывать вышку. Ну как вышку? Мы целый район взломаем, чтобы вышки нам открылись. Опа! Бук. Ну давай, еще за телефонный звонок. В пятницу? В смысле? Вживую, что ли? Мне высматривать чувака в маске. Смешно. Я тебя проведу. А я думал, ты социофоб. Все так. Но вопрос щепетильный. И подъезжаем. Вот так. Вот к этой штучке мне надо. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак. Давайте будем рассматривать, кто у нас здесь есть. Что-то максимального. О, я пошел куда-то. А, камера на пузе. Вскрытие покажет. Так, вызвать подкрепление, ветеран. Так, там я нахожусь. Давайте вот на эту камеру. Я уверен, что где-то здесь вот. Так, а мы отсюда, да, пришли? С этой камеры? Ты-то ходишь куда-нибудь, нет? Случилось. А вот что-то. Что-то творится. Кажется, я его засек. Проверю. Охрененно, мать вашу. Так, ищите. Что? Ищите и обрящите. Угу. Здесь никого нет. Пойду дальше. Да блин. Тут никого. Еще там я. Ну,
Так. Уходим с позиции. Продолжаю поиск. Нету стрельбы. Блин. Давай, 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 какой-нибудь. Есть еще здесь смертоубийство. Мне вон туда надо, я так понимаю. Странное дело. Че это вообще было? Давай, 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 давай. Тени бродят, что ли? Пойду проверю. Что там промелькнуло? Давай. Куда ты, тварь? Пофиг, не мои проблемы. Не расслабляться. А как мне с вами бороться-то? Нет, 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 нет. Так. Хватит сиськи мять. Так. Так, у меня опять что-то в управлении он начинает. Что ты будешь делать? Боже, перепрыгивай, тварь. Ну вот куда ты бежишь? У тебя что с управлением-то створится? Вот, разворот, разворот. У тебя что, управление меняется? Давай, надеюсь, он один подойдет. Кто-нибудь, что-нибудь слышал, а? Да ё твою мать-то. Итак, со всеми расправился. Почему глючит, не знаю. Так, это что у меня? Это что-то максимально. Взлом. Так. Взлом. Не понимаю. А, понял. Первый есть контакт, второй мне как просунуть? Нет. Так. А что сюда послать? Не понимаю. Так. Так, везде есть.
Так, как же мне тут получиться? Первый провод, так, предположим, есть. Мы его вот посюда получим. Так, так, так. Второй мы получим. Хрен там, мы его посюда получим. Надо посюда его получать. Получается так. Вот так. Где тут еще что можно взломать? Вот так. Эй, кручу, что из этого фиксирует CTOS? Где хранят данные? Как их использовать? Ой-ой-ой, как много всего. Итак. Открыли новую локацию. Еще три вышки у нас в доступе. На этом все. Подписывайся на мой канал. Ставим лайки. Пока.